мы в наших апартаментах в Египте, в Суэце, в городе. Там, где обычно мы ждем транзита. Ну, сейчас покажу свое постельное место и дальше те условия, в которых мы живем. Вид с балкона и то, что происходит у нас на улице возле апартаментов, ну ничего такого серьезного. Там, если будет видно, за домами уже прям сразу Суэцкий канал. В порту города Суэца сейчас проходим паспортный контроль, после этого у нас посадка будет на корабль. Короче, we'll be right back.
ручка, все как положено. В общем, вот это наш пароход, который будем сопровождать до Шри-Ланки. Будем его оберегать, как свой. Все будет нормально. Ну что я могу сказать, вот мы на корабле. Танкер. Команда смешанная, матросы и филиппинцы. Офицерский став пока знает только капитан грузин. Там помощники у него с Румынии. А кто еще, я больше не спрашивал, мы знаем в процессе. Нас поселили. Все рабочие моменты мы будем уже завтра. Сейчас 4 часа вечера. Через полтора часа на ужин. Ну и до завтрашнего утра отдыхать. До того момента, пока мы не дойдем до базы, где хранится оружие, чтобы его получать. Меня с ребятами поселили на апердеке. Я не знаю, как это объяснить им людям, кто с морем не связан. Но это самый, ну, самый нижний дек, этаж, по-нашему, так сказать. Ребят поселили в крюшных, ну, это матросовские комнаты неплохие. Может быть, чуть позже сниму, тоже их покажу. Джека, лидера нашего, поселили в Пайлотской. Она самая, на самом верху находится, практически возле мостика. Ну а меня в госпиталь поселили, да. Я решил играть у нас в супергероя, брать на себя все сложные моменты, вахты, дежурства, проживание. Как казалось, когда я сказал, что я пойду в госпиталь, в основном на кораблях госпиталь, это, в принципе, действительно такая обстановка больничная и не очень уютная. Но здесь, в принципе, ничего так. На этом корабле. Сейчас сниму, покажу. Сейчас отойдем к двери. Отойдем к двери, и я вам покажу. Вот заходим. Тут две кровати у нас. Я выбрал вон ту, ту дальнюю. Мне сказали, она лучше, потверже, поудобнее. Там у меня иллюминатор. Потом сниму типа вид оттуда. Дверь на палубу выходящую. Шкаф, стол, стул. Телефон, холодильник с медикаментами. И вот что самое главное. У меня есть, у остальных душевые кабинки, а у меня есть, сейчас покажу, сейчас свет включится. Вот что у меня есть. У меня есть ванна. И здесь я буду стопудово после дежурств, вымою ее, плавать в этой ванне. Вот так вот. Да, так что ждите от меня дальнейших видео по поводу моей непосредственной работы, по поводу того, как мы бдим на вахтах, чтобы пираты не напали, так сказать, на нас. Ну и в общем, все, что касается моей работы, что моей жизни, будет снято в дальнейших видео, поэтому спасибо.